Что-то все молчат. Ты куда делся? Решил сбросить штраф на дисквалификацию вовремя, видать. Спрашивай всех. На гонку зайдешь, не? На гонку он не зайдет. Мне в принципе пофиг, я могу рандомом. Не-не, я не буду прошу, чем из одного. Раньше-то не мог, да? Курт, что-то как-то это. Туда не сюда. Может, получится на предстартовую процедуру попасть, хрен знает. Шура, Шура. Ты не говори ты. И Слав, знаешь, какой был глупый? Круг заканчиваю, понял, что я его, ну, хреново проехал, нажимаю escape, мне машина закатывается на большой скорости бокса. Дим, скажи, когда будут предстартовые процедурки эти? 10 секунд. Ты в лобби сейчас находишься? Да. А, фиг там, еще 2,5 минуты. Как вы, блин, проехали 2.01? Ты же 2.03 ехал. Так я на полных баках ехал. Так я тоже. Ну, а сейчас слил. На самом деле, еще очень много на последнем круге потерял. Еще десятки три точно можно было снять, а то и полсекунды. Здорово, кто на сколько радиатор открывает на гонку? Скажите. На что? Дефолт. Ну чё там? Минута 20. Прогноз написано дождь. Не пугайте, да. Начнется после квала.
В гонке начнем посуху, потом клевая будет погода. На тумане даже начнет шумать. Я не знаю, мне кажется, в дождь, в принципе, нормально едется. Не знаю, видимость хреновая. Барян жмякай. Так, чё? Всё. Наблюдение за гонкой. Понятно. Да всё понятно. Изначально было. Ладно, тогда... Боря, Боря, чё ж ты штрафную позицию-то получил? Да я любитель забыть нажать кнопку на пит-стопах. Я тоже. Походу. Только более, больше любитель. Ладно, Дим, тогда это, в WhatsApp черканешь тогда, когда закончите. Ты, наверное, заглуши. Сервак, ой, этот. Сервак, я сказал, заглуши. Нет, сервак не надо. TeamSpeak. Микрофоны выключены. Дим, понял? Да-да-да, черкану. Все. Хорошей гонки всем. Давайте всем удачи. Кнопочку готов не забывайте.
Thank you.
Дима тебя перетащил. Че там как? Дим, че как? Ты ни хера не слышишь. Minutes to go.
быть вообще. Это пипец, два последних круга, круга это что-то, блядь. А чё, всем что, топлива что? Хватило? Форд вообще говно, блин. Я заезжал, даже не заправился, короче. Трэш. О, пацаны, это было круто, блин. Как вы там в последнем повороте улетели, я не понял. Да я услышал, что он заблочил, и тоже нашел, и тоже заблочил. Извини, что да, задел. Ай, жесть. Могли бы и чисто обогнать. Или вообще дали бы выиграть. Ну, Ягод читер вообще капец, блин, с его мощностью нафиг, он стартует как пуля. Так ты же это, траву зацепил в последнем повороте. Да я его не мог пройти вообще нормально. Сейчас, погоди. Боря, сохранили все, кто перекинь, хотел, я могу заканчивать. Погоди. Сохраню. Спасибо, просто что напомнил. Просто сейчас надо это, двигать уже из дома. Давай, оперативненько. А, да, у меня 42 было до мага двигателя. Борь, нажми, продолжить. Все, готово. Вроде. Все, да? Да. А, огонь.